В Сочи португальский танцевальный коллектив приехал уже второй раз. В апреле прошлого года он представил зрителям программу под названием «Вечная фада». В этот раз обновленный коллектив приехал с премьерой. Мы базировали на истории Федора Михайловича Достоевского, немножко поменяли историю. У нас также Настенька, у нас также вот квартиросъемщик, у нас мечтатель, старушка. Но такие отношения мы немножко позволили себе вольности в плане... Это такой получился немножко как бы любовный треугольник, который заканчивается трагически. Премьера хореографического спектакля под названием «Белые ночи» не единственный сюрприз, который танцоры с Мадейры приготовили для сочинцев. С 1 по 3 сентября все желающие смогут посетить их мастер-классы. Леандро Родригес уже второй раз приезжает на курорт в составе труппы, и он приятно удивлен радушным приемом. Это всегда фантастические эмоции, только русская публика очень интенсивна в культуре. У нас в Португалии нет такой интенсивности культурной жизни. Португальский коллектив танцоров уже активно готовится к концерту. Пройдет он в Зимнем театре 3 сентября в 20:00. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.